Здравствуйте, я Луиза Русакова. Тяга к рисованию родом из детства. Серьезно занялась живописью год назад. Представляю вниманию работу «Снежная ночь», выполненную на холсте 35x40 акрилом. Данная работа была написана на одном дыхании, настолько она совпала с моим внутренним состоянием. Горы Краснодарского края зимой – это сила и загадка, а луна в 5 утра в преддверии рассвета оживляла темную глубину гор и заигрывала с небом. Огни городков притаились у подножья гор, мерцая фонарями. Но на минуту может показаться, будто лава горячим потоком течет по склонам, заполняя ложбины огненной рекой. Лишь заснеженные деревья и уютная избушка на переднем плане все еще сохраняют мгновение покоя и сладкого предрассветного сна.